В домах жителей Кузина снова появилась вода. Чтобы устранить последствия аварии, в поселке коммунальщики работали день и ночь. Помощь сельчанам оказала Первоуральская администрация. Валерием Александровичем было оперативно принято решение о оказании помощи по восстановлению водоснабжения в Кузино. В соответствии с принятым решением мы направили туда технику, в том числе наш экскаватор участвовал до 12 часов в ликвидации аварии. Сегодня на утро водоснабжение полностью восстановлено. Свою технику Первоуральский водоканал направил в Кузино вчера вечером. До этого момента устранить аварию пытались специалисты РЖД. Порыв произошел на трубопроводе, принадлежащем компании. При этом под отключение попали более 20 многоквартирных домов в самом центре Кузина, а также школа и детский сад. В общей сложности без воды остались более 600 жителей поселка. Чтобы как можно быстрее восстановить водоснабжение, глава округа Валерий Хорев предложил компании РЖД помощь города и направил в Кузино коммунальную технику. Специалисты работали несколько часов, и уже к полуночи авария была устранена. Вода появилась в домах и социальных объектах поселка.